Всем привет от меня. И от меня, ребята. Так, да. И от наших собачек. Короче, любимых. Вчера мы с мамой решили, а почему бы не сводить нам в воскресенье, в последний день каникул, Мунечку на груминг. Поэтому сегодня наша Манечка идет в первый раз купаться. Стричь сильно Монику нельзя, потому Манечка, что она еще хочешь? Маленькая. Ноготочки должны подстричь, подпилить, должны почистить ушки, зубки. Ты хочешь? Нашей Монечке скоро будет 5 месяцев взрослой. А именно 17 января. Да. Ровно будет 5 месяцев. Элечка ходила недавно стричься, поэтому Элечка сегодня не идет. Иди, Элечка, сюда. Молодец! Поздоровайся с ребятами. Поздоровайся. И Моника идет здороваться. Моника сегодня красивая будет. Мне очень интересно будет посмотреть на Монькину реакцию на груминг, ведь она первый раз пойдет стричься. Две мои руки зябы. Они у нас такие дружненькие. Они с утра встают, сразу ищут друг друга. Моника сразу начинает пищать, если Элечку не видит. А Эля, я думаю, что очень будет скучать, пока мы с Моникой уйдем на груминг. Конечно. Такие маленькие. Можно я покажу Монькины зубки? Давай. Вот такие. Какие маленькие. Вот. Монечка. Она не дает. А как тебе Моне сейчас будут чистить, если ты не даешь даже показать? И у нее, знаете, смешная такая привычка, она когда так улыбается, язычок вытаскивает, потом забывает засунуть язык. И он у нее так остается. Ну что, Элечка, ты готова остаться дома одна часика на два? Погнали, Моника. Нет, ну вы посмотрите на этих красоток. Мы смотрим на улицу. Молодец, умница. Куда меня везут? Она еще так дрожала, а сейчас успокоилась. Ты дрожала, красиво. Монечка? Ты что, моя зайка? Забрали ее от Эли, и она испугалась. Ребят, мы опять пришли в наш любимый Black Groomer для стрижек собак и кошек. Смотри, какая она красивая. Она красивая, она маленькая, она трясется. Ей пойдемте скорее. Пойдем. Первый раз, кстати, сама. Первый раз, да, ребята знают, что первый раз. Ксюш не замерзла, но у нас сегодня очень хорошо, кстати. Мне нравится, что хочу собачку нюхать, хочу Эли смотри, нюхать. Смотри, вкусняшки. Слушай, может тоже медальончики вот эти возьмем? Смотри, они из свинины со шпинатом. Мы сегодня такие купим обязательно. Нравится? Это ее заинтересовало. Да, очень даже. Наш мастер, здравствуйте. Проходите, пожалуйста, это Моника? Да. Моника. Моня красотка. Нашей Монике еще 5 месяцев нет. Она боится. Смотри, как трясется, бедняга. Нет, нет, мы тебя не отдаем. Потому что она хочет целоваться. Мы тебя не отдаем. Мы твои хозяева, Моника. Она пока еще не поняла. Скажет, отдают меня, наверное, куда-то. Ты такой общительный малыш. Она такая у нас. Она еще и толстенькая. Рыхленькая. Как все дети. Снимайте маску, да, Моника, говорит, снимайте. Будем целоваться. Вот там у нас Моника стоит. Тебе коготочки стригут? Да, боится. Но она хорошо стоит. Да, она молодец. Красотка, давай. Она очень тяжеленькая у нас, она кушает очень хорошо. Такая спокойная, я не могу. У нас две собаки, они абсолютно разные. Да, я помню вторую. Да. Когда первый раз приходила. Теперь образцовый клиент. Да, мой хороший. Мы за скупочёта надо её. Она смотрит на остальных собак, скажет, а что там у них делают? Бывает такое, да, остальные начинают возмущаться, и они все, если все себя спокойно ведут, то хоть бы, да, стараются все. Сейчас вообще все прям умнички. Реагируют, да, друг на друга, смотрят на поведение. Хорошие такие. Да, тоже как взрослый тёт. Да, он за собой. Эля не узнает Монику, скажет, Моника, где твои ногти шикарные? Что она сейчас будет делать? О, подстригать. Можно так же. Видишь, не страшно, просто жужжит. Не бойся, мой сладкий. Что там опять мама делает? Вот умница маленькая. Вот сколько было у нее на пяточках. Ничего себе, Моника. Прижала. Ой, прижала ушки. А уши-то у нас какие огромные. Тебе сегодня хоть ушки сделают. Слушай, не уходи, Моника. Видишь, поворачивается к тебе. Сиди, стой рядом. Ушки почистим. Ушки ей вообще ни разу не чистили. Да. Ушки грязные.
рядом на соседском столике. Вот как хорошо дышит, а? Тоже нравится. Балдеет, стоит. Моника пришла купаться. Скажи, меня еще ни разу вообще не... Нет, ее купали. Перед тем, как мы ее купили, нам ее отдали чистенькой. Значит, ее уже купали до нас. Ну-ка. Ой, она сейчас все слышит. Нет, она, может быть, сейчас не будет этим заниматься. Угу. Что ты одну лапку подняла? А? Что такое? Она мокла лапка, она в лужу наступила. Ага. Тебе страшно? Вот, все, она уже Ксюше бросится на руку. Не любят они, короче, купаться. Что первый раз, мне кажется, поэтому немножечко волнуется. Ага. Вообще собак, как бы, кто постоянно ходит, они привыкают. Да, конечно. Ты вообще смотри, как ты. Она у нас была прям такая пепельная-пепельная, а сейчас становится рыженькая, бежевая, такая классная. Соболь наш, кремовый соболь. Она даже больше нашей Элечки, да. Сейчас она Ельке. Да, Ельке 2 года, а Монечке всего вот 5 месяцев будет. Тетя моя хорошая трясется, такая лапушка-то моя. Ой. Бабушка будет смотреть это видео и улыбаться. Она любит такие видео. Тебя еще будут. Это бальзам уже? Нет, это второй шампунь, тот очищающий. Да, этот по специальной по типу шерсти шампунь. Монечка, тебя 2 раза моет. Скажи, это уже слишком. Вообще будешь очень чистенькая. Холодно, наверное, ей. Смотри, какие ножки тоненькие. Маленькая. Ребят, смотрите, рядом сидит собачка, а у нее такое вот пятнышко природное. Я бы, конечно, из него сделала сердечко, но вот он стригает кружочек. Попросили кружочек сделать хозяева. И ушко одно коричневое, и второе коричневое. Такой классный. Что у вас там, девочки? Вот так вот идет назад. Куда там собралась зайка? Мама ушла, да? Смотри, другую собачку. Да, я пыталась, скажи, отойти подальше, чтобы мне было лучше видно маму. Да. А это нашу Монечку ополаскивает ополаскивателем с бананом. Монечка, как тебе запах банана? Вкусно? Да. Насколько? 5 из 5. Ксюш, как тебе запах банана? Класс. Да, ой, пахнет какая прямо вкусно. Вкусная девочка. Ты будешь жвачками пахнуть у нас, да? Банановыми. С дынькой. Посмотрите, какие ушки, а. Такие огромные. Еще тот. У маленькой практически не было носика. Был намек на нос. А теперь нос появился собачий. Куда целовать можно? Ой, пузико какое. Розовенькая. Ой, господи, вся истряслась, а. Но эти уши я не могу. Скрин делаем. Скрин. Сейчас, мне кажется, очень много будет пуха. Да. Да, будет громко, будет пух. Первый раз у нас такая будет вот. Я пару раз ее вычесывала. Было очень много подшерстка. Мне кажется, тебе в этот момент лучше уйти. Ты чихаешь непонятно на что, может быть, даже и на пух. Или побудешь. Смотри, это пух. Ага. Монечке высушили головешку, и она запищала даже немного. Посмотрите, как она стала круглая. Комок вообще, молодец. Какой сладкий комок. Так, чтоб ты никуда не удрала. Ксюша одевает маску, чтобы не чихать. Ребята, посмотрите, как у нас распушилась Моника. Какая она стала прям. Круглая. Пушистик маленький. А подшерсток вот этот детский, до какого возраста будет? Шерсть меняется примерно год. Ну, то есть до года у нее, да, вот эта вот мохнатость будет щенячья? Да. Ну, уже скоро.
Угу. Август. И мы все в шерсти. Да, Моника? Да, Августа. Ой, какая красивая. Мне наша Моника напоминает вот этих огромных собак. Не знаю, китайская какая-то порода есть. Только в засушенном виде. Сухой фрукчик. Ага. Как дельфинчик пищит прям. Самое страшное позади. Она в туалет хочет, нет? Она просто к вам хочет, там уже собралась. Все. Ушки тебе сейчас подстригут, формочку красивую сделают. Что? Там волосинка где-то у нее, не стричь ее. Эля, тебя ждет Моника, да? Элюшка, подружка твоя. В следующий раз пойдешь 6 месяцев с половиной. Надо их вместе с Элей возить сюда. Точно, чтобы хорошая идея. Чтобы они друг на друга смотрели и друг друга поддерживали. А может не надо с Элей, а то и Моника научится плохо себя вести. Пример возьмет и будет орать вдвоем. Ой, уже закапризничала. Вот ты даешь. Что, надоело, ты же с Ксюшей. Ну вот, уже играть захотела. Уже трясется меньше. Смотри, Ксюша, уже в себя поверила. Ксюша на руки взяла, все, мы уже звезды. Да, Моника? Мне кажется, Моника сейчас дома будет спать, как убитая. Поиграет маленько своим шариком, дадим вкусняшку Монике. Моника, будет вкусняшку? Кубик. Кубик отреагировал на вкусняшку. Пойдемте посмотрим на Кубика. Кубика, ты знаешь, что такое вкусняшка? Ты знаешь, что это такое? Молодец. Тебе тоже Кубик дадут вкусняшку дома, по-любому. Ты вообще молодец. Моника, а ты так и не поняла, что такое вкусняшка? Она возмутилась, что мама пошла на соседний столик вкусняшку. Кубику, да? Интересно, распушится у нее хвостик или такой вот он и будет? А то он такой, как колбаска у нее. Тоже меняется на нем шерсть, то есть вот видно, вот из тела. Ага, да-да-да. У Эльвиры с рождения такой веер был на хвосте, а Моника другая. Что там делают, Моника? Монике очень интересно. Какие лапушки. Моника, тебя не узнать уже. Сравним. Вот лохматое ушко, а вот подстриженное ушко. Как лучше, Монечки, с мохнатым или с подстриженным? Конечно, лучше с подстриженным, потому что ты как медвежонок. Сладкая. Все, папа за нами уже едет. Сейчас берем вкусняшки и домой газуем. Да, и смотрим, как тебя Эля встречает. Ну-ка, показывайтесь. Что? Все? Моника, все? Ты красавица? Ты красавица? Ну давай, давай мы тебя на пол опустим, посмотрим, как ты весело бежишь. Смотри, улыбаться начала, она почувствовала, что это все. Ну вот, наконец-то мы узнаем твою улыбку шикарную. Молодец. Корица или карамель? Ой, а давайте корицу. Точно? Ну давай корицу, точно, на нас булочка. Все. Ну как, Ксюш, понюхай, пахнет корицей? Да. Вкусно? Ничего себе! Сколько от Моники. Ну, где Ксюша, скажи, моя? Может, по полю побегаем, кабанчики? Да, давайте попробуем. Ай, молодец. Ой, молодец. Скажи, я вам сейчас написью. Я вам сейчас тут написью. Я еще маленькая. Пеленочку тебе несут. Смотри, пеленочка какая. Иди, Моника. Давай, давай, садись, садись, садись. Вот умница. Спасибо, говорит, спасибо. Да, говори спасибо. Все, подошла, а поцеловаться? Все, спасибо. Пойдем вкусняшки смотреть. Кубик, не слушай нас. Пойдемте, пойдемте. Кубик не идет, да, Кубик потом пойдет. Решили на Кубика посмотреть. Ну что, Кубик очень красивый, да, Моника? Прям жених. Красавчик. Ну что, пойдемте вкусняшки выбирать. Фотографии на полароиде, прикольно. Еще вот здесь ее надо сфотать, возле елочки, такую сладкую девочку. Какие Моня хочет вкусняшки? Я предлагаю взять вот такие. Давай прочитаем. Будешь легкая оленя. Вот, правильно. Да, легкая, правильно, да, мы такой брали. Давай попробуем медальончики взять. Это, конечно, огромная для Моники вкусняшка. Ничего, мы ее разломаем. Да, Монике уже все нравится, она уже прям ведет себя как дома, все обнюхивает. Рога оленей.
Так, рога мы оленей брать не будем, хотя можно было бы. Да, каждый. А вот таким маленьким собачкам можно, да, рога? Если взять маленький самый размер. А вот, наверное, щенкам нельзя, да? Потому что зубки. Пока, да. Пока ладно, не будем. Вот печенюшки. Оленина с анчоусом. Вот палочки, они такие очень хорошо кушали. Рубец душистый. И посмотрим, что там еще есть. Кролик с тушеными томатами. Очень тоже хорошо кушали. О, мы сколько вам набрали. И вот эти. Вот, посчитайте нам, пожалуйста. Так, 3, 4, 5 вкусняшек. И посмотрите, ребята, какая фоточка получилась классно на полароиде. Моника с Ксюшей. Правда, на темном фоне, но Ксюша так сама захотела. Но зато видно, что какая Моника светленькая, да? Контраст. Ребята, посмотрите, какие тут есть прикольные фоточки. И мы сюда попали. Вот мы. Ксения и Моника. Блэкгрумер, кстати, эти салончики из 3 городах. Омск, Новосибирск и Питер. Да. Поэтому кто с Новосиба и с Омска, забегайте в эти салончики, не пожалеете. Да. Ну все, побежали, нас уже папа ждет. А где папа? А вот, да, он, вот он, папа. Папа сейчас не узнает свою Монику. Можно вперед сядут? Садитесь вперед с Моникой. Вы теперь принцесса у нас. Красивая? Сейчас Эля не узнает такую девочку. Да, красивую. Папа, возьми скорее на ручки. Как львенок. Папа. Львенок маленький. Папа, ну, свою девочку. Корицей пахнет. Маленькая. Ой, как соскучились, ну и сильно. Как она его любит, это же вообще. Как мы соскучились. Да, папа, у нас тут целый пакет еще вкусняшек. Для папы специально. Ребята, мы уже зашли домой. Мама еще в куртке. Короче, папа первым зашел, спрятал Элю в комнату свою. Сейчас он придет вместе с Эмлей и будем смотреть реакцию на Монику. Пап, мы готовы, заводи Элю. Корицей пахнет. Эля, иди сюда. Эля пришла маленькая. Смотри, какая Моника. Пойдемте. Эля в шоке. Моня, какая где пришла. Моника была? Как она? Смотри, какая Элечка. Она ругается, она не может понять, чем пахнет Моника. Корица, Элечка. Элюшка, ты что? Это Моника. Молодец. Элюшка, да, это же твоя Моника. Да. А где вкусняшки у нас? Девочки, ждите, сейчас Ксюша принесет вкусненького. Сейчас будете выбирать, что же будет Эля, что будет Моника. Элюшка, ну как тебе Моника, а, Элюшка? Красивая? Какой вкусный пакетик. Ваши любимые штучки для игр, смотрите. Вот такие печенюшки, Эля, смотри. Разные Эля, смотри. Печенюшки. Эля попу нюхает Монике. Вот такие палочки, смотри, Эля. И давайте то, что мы сейчас будем кушать. Будете? Эля, Моня, будешь? Эля будет. Эля будет, все будут. Давайте, открываем. Да, давайте, вкусняшки. Всех кормить. Да, я. Моня по росту вообще намного выше уже. Эльвира. Моня, будешь? Смотри. На. Все, Моника забирает. Ой, как вкусно. Вот тот коврик мы выкинули, ребята, и вот они теперь на этом. На маленьком. Да, очень часто проводят время, надеюсь, они ничего с ним не сделают. Ну, я какую-то просто. Было кое-что другое. Да, это останется тайной. Смотрите, Моника уже половину съела медальона. Сейчас, короче говоря, она съест свой и придет к Эльвириному. Эля, с Эльгарой пойдешь? Эля будет царь горы. Ой, да. Моленькую. Вот так, ребята, мы убираем Эльвирку на кровать, даем ей вкусняшки, потому что Моника всегда у нее забирает. Моника очень матерая у нас, хотя маленькая. Давай палочку будешь? Ну, Эля, если захочет палочку, потом дашь. Будешь тоже палочку, Эля? Будешь еще палочку? Да пусть она пока медальон кушает. Да, Эля, Моника еще ждет. Корми ребенка после стрижки, корми. Давай, бедная, она терпелась. Ой, как было страшно. Ты сейчас я тебе тоже. Эля, ты там разгрызла, давай доедай свой медальончик. Понятно. А нет, она защищает пакет. Просто все глотает. Вот Эля молодец, она тщательно все разжевывает, а Монька беззубая. Ну ты поменьше, Монька. Короче, ребят, вот такой вот у нас влог получился. Монечку подстригли, чуть-чуть совсем.
красивенькое, да? Если вам понравилось, то ставьте лайк обязательно. Мне очень нравится этот салон, там натуральные вкусняшки, еще и стригут хорошо, собачкам нравится, да? Но Теля не очень любит. А Монечке понравилось, я думаю, такие вкусные шампуни, духи всякие разные, да? Заходите на собачий инстаграм, там я оставлю ссылочку. И давай всем пока по вашим новой нашей подстриженной лапкой. Пока! Пока? Моня, пока? Моня, пока? Сладкая.